Всем привет! Вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем обзор игры Фиксики Миссия Т-1000. Электрические ловушки мы с вами уже прошли полностью, а впереди у нас Ледяной Отрыв. Давайте познакомимся с этой игрой. Здесь, как в предыдущей части, у нас сколько? 15 миссий и 45 звездочек. Привет! Так, получается, это у нас типа скольжение, да? Давайте пробовать. Так, нам для начала нужно... Аккуратнее! Вот так вот. Сейчас. Нолик, прыгай. Прыжки! Опа! Есть, есть! Скользим к вот этому вот прибору, да? Который нужно починить. Починили! Починили, да. Первая миссия легкая. Хорошая работа! Идем дальше. Ко второй. Давай играть! Получается, Нолик может прыгать. Интересно. Давайте пробовать. Для начала нам нужно запрыгнуть. Сейчас как прыгну! На вот этот батут. Есть! Ой, подождите. Это тоже можно регулировать, да? Прыжок! Вот так. Нолик, прыгай сюда. Есть! Опля! Опля! И давай. Оп, все, прыгнул. Отлично. Быстренько все чиним. Так, а где ты симку потерял? Обычно она нам помогала в прошлый раз. Ха. Ну что, будем это? Делать? А, вот и симка, да. Не понял, а что это у нас такое? Пар. Горячий пар, наверное, да? А, он должен в определенный момент прекратить. Ага, все. То есть мы должны сначала пар отключить. Вот симка нам для этого и нужна, да? Отключаем рычаг. Получим. Теперь пар уже у нас есть. Опля, есть. Не шипит. Это типа фен, наверное, да? Какой-то горячий. Починили. Или что это? В общем, все пройдено на 3 звездочки. Хорошая работа. 900 очков. Идем дальше. Тут-то я не очень люблю морозильники. Ого, еще и шипы здесь. Нолик не любит морозильники. Тоже их любят. Опля! Нет, они, конечно же, полезны. Ой-ой-ой. А что ж ты делаешь? Симка, давай ты попробуешь. Нет? А, не допрыгнул. Нолик маловато вырос. Блин, не получается. Сейчас это... Забыл про нас. Нет, не забыл, я просто жду, чтобы потом опять не ошибаться. Нолик берет одну звездочку. Есть! Так, Симка, давай теперь ты попрыгаешь. Берешь вторую звездочку. И... Ай, нет, не получилось. Нужно было ждать. И берем третью звездочку. Все, какой-то сложноватый получился уровень немного. Хотя вроде бы ничего сложного нет. Но главное, что он пройден на 3 звезды, и можно переходить к 5 уровню. Прыжок! Так, это привет! Все позже. А нам для начала нужен рычаг. Для того, чтобы убрать панель, да? Нажимаем симка. Она едет вверх. Мы можем, в принципе, ее отключить для начала, да? Нолик, теперь давай, дуй на пружинку. Аккуратней! Прыжок! Прыгаем. Прыжок! Берем вторую звездочку, а симка пока не эту панель опустит вниз. Прыжок! Оп! Вот так вот. Прыжок! Прыжок! Опа! Нолик все взял. И даже ему прыгать не нужно, он сразу к этому прибору подъехал. Починили! Эта миссия оказалась даже легче, чем предыдущая. Починили, ты тысяч. 1500 очков. Идем дальше. Пора за работу! Пора за работу. Ух ты, опять у нас рычаг. Нолик, может быть, ты теперь на рычаг нажмешь? Давай. Прыжок. И... Отлично. Прыжок. Так, а что этот рычаг делает? Есть. А, сверху веревку включает. Симка, давай. Аккуратнее. Попробуешь взять. Весело. Ай, получается, не получилось. Нет, получилось. Так, сейчас веревочка. Весело. Симка, давай, давай. Весело. Не получается. Не попадаю я по ней. А, ха-ха.
Может, так вот нужно? А, вот так нужно. И прыгаем. Да, симка повыше, чем нолик, поэтому у нее все получилось, в принципе, легко. С ноликом мы, наверное, старались бы очень-очень долго. Впереди нас ждет 7-й уровень, давайте не будем его задерживать. Поехали! Так, а у нас теперь большая карта, то есть, видите, нам нужно, получается, ехать... Ты там не спишь? А как же не сплю? Я пытаюсь разобраться в этой карте. То есть, здесь у нас много-много всего. Аккуратней. Так, нолик, давай, ты прыгаешь к рычагу. Да, хорошо, пускай получается. Есть. А зачем нам там... Вот. А, получается, если я включаю вот рычаг, там появляется лед. Симка, будешь аккуратнее у нас ты сейчас ездить? Давай, попробуешь, успеешь? Ай, не успеет уже. Да, не успела. Опля. Давай, и... Опля. Отлично, получилось. Так, теперь мы спрыгиваем сюда. Есть. Ой, есть. Блин. Я думал, что я вниз упал. Хорошая работа. Не успел переместиться. В общем, она съехала так вот по льду. И туда прямиком к нашему прибору. Оказался не такой уж страшный уровень, как казался поначалу. Хоть и большой. Идем дальше. Ну что, поехали! Да, поехали. И тут будет и поехали, и полетели. Видите, опять у нас и тарзанка такая. Так, симка, давай ты теперь к рычагу. Аккуратнее. Дуй. Опа. А что рычаг делает, интересно? Получилось. Ага, вот эту платформу получилось передвигает. Получилось. Нам нужно, чтобы она остановилась где-то вот здесь, да? Отлично, так, нолик, теперь твой выход. Для начала сейчас нужно прыгну взять звездочку вот эту вот. Ой, ты куда улетел? Нолик! Фух, вернулся, я думал, все, с концами нолик уже улетел. Теперь переставляем рычаг вот сюда. Оп. Прыгаем на него. Прыжок! Ай! Мимо! Ой-ой-ой! Неправильно! Тогда я не очень люблю морозильники! Да, никто их не любит, нолик. Получается. Повторяем все сначала. Осталось чуть-чуть. Мы поспешили. Получилось. Так, вот. Нужно все правильно рассчитать. Где-то вот забыл так вот нам нужно остановить. Симка, вообще-то я тобой управляю. Что значит забыл? Аккуратнее! Давай, нолик, бери звездочку. Опа! О, я хорошо. Прыгался. Далеко. Опля. Не этот. Не улетел. Оп. Блин. Ха-ха-ха. Так. А, сейчас, нолик, подожди. Звездочка начнет опускаться вниз. Прыжок. О, теперь нам нужно прыжок туда прыгать. Есть. Ай! У-у-у. Блин, ну опять не так. Слушайте, нужно было вверх прыгнуть. Привет! Привет! Уже здоровались, нолик. Аккуратнее! Ты еще получше прыгал, было вообще классно. Аккуратнее! Так, нолик, оп, давай пока возьмешь звездочку, а симка эту панель поднимет вверх. Вот, вот так, вот, наверное, да? Переставляем это сюда. И звездочка едет вниз. Блин, прыжок, не успею. Оп. Не успею. У-у-у-у. О, успел, смотрите, успел, отлично. И нолик, давай. Опа, блин, не отцепился. Придется ждать немного, чтобы потом еще раз не переигрывать. И вот, все, наконец-то я прошел эту миссию. Она оказалась не такая простая, как казалось на первый взгляд. Хорошая работа, да. Пришлось попотеть немного. Идем к 9-й миссии. Ой-ой-ой. Вот это здесь засада. Куда нам здесь нужно? А для начала нужно взять... Прыжок! Вот ту звездочку. А, не успею, оп, сейчас меня шпарят. Давай, симка, ты теперь быстренько туда дуй. Пока нолик там ждет. Вот, у симки лучше получилось. Хорошо. Нолик, давай ты отдохнешь, пока пойдешь на рычаг. Ой, как это? Получается,
Эту звездочку нужно было последней брать. А я даже не заметил, что здесь у нас этот прибор, который чинить нужно. Значит, все-таки сначала... Давай, Симка, нажимаешь рычаг. Что он делает? Он выключает пар, хорошо. Нам теперь нужно... Сейчас отпрыгну! На вот ту панель попасть. Нолик, давай быстрее, быстрее. А, отлично, молодец, Нолик. Ты просто умничка. Перепрыгивай, взял звездочку и прыгай. Вот, еще одну взял. Все, здорово. Теперь мы можем подождать, пока там пар прекратится. Брать третью звездочку. Вот он заканчивается. И чиним прибор. Все. Девятая миссия. Тыдыщ. Запустилась! Да, Нолик. Вот наши три звездочки. И переходим к юбилейной десятой. Ну что будем делать? Ну все как обычно. Постараемся все хорошенько починить. Симка, давай. Бери одну звездочку. Хорошо. Так, нас там ждет рычаг, да? Прыгаем на эту лебедку. И давай. Опа! Ай! Ай! Давай, Нолик, ты покажешь, как нужно. То Симка уже взрослая, наверное, не умеет правильно прыгать. Прыжок, смотри, не упади. Ай, то же самое, слушай. Запрыгался. Нолик просто поспешил, он умеет прыгать. Прыжок, смотри, не упади. Здесь нужно хорошенько выждать момент. Вот так. Отлично, я в цели. Так, получается, Нолик. Вот так. Ага. Надо... Давай, прыгай. Симка, быстрее. Ага, нет. Нужно эту панель назад подвинуть. Иначе никак. Вот так вот. Давай, Симка, прыгай. И сразу поехали. Успеем? Успели. Ой-ой-ой. Блин, Симку скинули нашу. Получается, нужно было раньше прыгать, да? Так, нужно вот подождать, пока шипы эти проедут. А иначе получится, как в прошлый раз. Есть! Ну, поехали. Оп, вот стоять. Ай, ну как же это? Ну вы видели, ну так нечестно. Вот так. Опа. О, успела Симка, хорошо. Да что ж такое? А, надо ниже ждать. Нужно ждать, пока ниже опустится та штука. Опля! Я просто спешу. Ты там не спишь? Симка, да это не сплю, это ты просто неправильно все делаешь. Есть! Отсюда я не допрыгну. Прыжок! Вот так. Пониже. Опля! Вот, наконец-то. Так, Нолик, теперь ты можешь прыгнуть, смотрите. А, нет, он не может прыгнуть. Забыл про нас. Так, Нолик, давай. Ты там не спишь? Панель отпускай. Нет, я не сплю. Просто думал, что быстрее эту миссию пройду. Давай, Симка, и прыжок. Поднимаемся вверх. Звездочка, подожди. Эх, сейчас опять поспешу и не успею. Нет, все успел. Отлично. Теперь все, что осталось, это поменять вот здесь местами эти пружинки. Прыжок! И наконец-то починить. Папа! У меня эта миссия заждалась уже. Ты-дыщ! Точнее, этот прибор заждался, пока его починят. Хорошая работа! Хорошая работа. А, и у нас осталось 5 миссий. Как-то я не очень люблю морозильники. Да, Нолик, не помню, как ты примерз к морозильнику. Точнее, к холодильнику, да? Поэтому можно представить. Ага, как же быть здесь? Куда нам вообще здесь идти? Ага, вот так. Нолик, давай наверх. Прыжок! Прыжок. Ай, блин, ну вообще не было ничего. Нолик решил прыгнуть. Прыжок! Сразу же опять пар подул.
Блин. Нам вообще, скорее всего, нужно отсюда. Лучше я подожду. Да, а то опять ошпарюсь. Давай, нолик, прыгай. Так, что же этот рычаг делает? А, этот рычаг получается для того, чтобы прибор починить. Аккуратно! Но прежде чем мы его починим, нужно еще взять две звездочки. Ай, не успею. Блин. Пока разбирался с пружинкой, уже пар подул. Ты там не спишь? Лучше ждать. Лучше ждать, чтобы не тратить попытки. Вот так, отлично. Так, нам... Получается, нужно... Ай! Вот так все сделать. И прыгать за третьей звездочкой. Опять жду. А иначе опять меня ошпарит. И попрыгали. Опля, отлично. Ой! А нолику смешно. Так, все. Теперь мы три звездочки взяли. И можно... Ай, ну, Симка, почему ты... Давай, давай, быстрее, быстрее. Блин, не успеет. Придется ждать, пока... Эта платформа поедет опять вниз. Чего задумался? Длинные какие-то пошли миссии. Долго их проходить. Прыжок! Прыжок! Прыгаем на лебедку и все. Привет, нолик. Мог бы и сам сюда перепрыгнуть, почти все. Заставил вот эту вот девочку гонять. Хорошая работа. 11 уровень позади, переходим к 12. Тут надо подумать. Тут надо подумать. Да что ты говоришь, Симка? А я думал, тут думать не нужно. А получается, нам нужно вот так вот. Сейчас как прыгну. Давай, нолик, пока. Шипы там далеко. Включаем рычаг. Он переезжает вниз. Выключаем его. Меняем положение рычага вот здесь. Что, не получится его поменять? Аккуратнее! Ай, поздно прыгнул. Симка, ну ты ж хоть бы смотрела, ты ж умнее нолика, давай. Подожди, я не пойму, почему. Прыжок! Почему? А, все. Нам нужно прямо вот так вот поставить пружинку нижнюю. И прыгнуть вверх. Прыжок! Давай, Симка. Опа! Ты не допрыгаешь так высоко. Опля! Я не пойму, это просто пружина. Есть! Не меняет свое положение. Значит, нам нужно вот сюда прыгнуть. А теперь вот так вот. А ну-ка, Симка. Ух ты! Ничего себе! Вот это да! Не ожидал такого. Эй, я тут! Нолик, да ж... Симка, ну ты даешь, слушай, вообще уже разучилась прыгать. Хватайся ж. Ну как? Значит, что-то не так. Вот эта пружинка не сгинается. Ого. А, вот как, вы поняли. Наконец-то! Фух! Я уже думал, не пройду. Так, теперь осталось сделать техники. Вот так вот нам подняться. Дождаться, пока парни будет дуть, пока звездочка там будет, да? И наконец-то эту миссию пройду. Ух, и тяжелые они пошли, слушайте. Тяжело их за один обзор делать, слишком много времени занимают. Хорошая работа! Молодец, Симка. И нолик тоже молодец, стоял, засмеялся. Ну ничего. Куда же без этого малого? Так, 13 уровень впереди. Привет! Давай играть! Привет, нолик. Для кого игры, для кого... И сложно тут все проходить.
как игры, а прям как работа. Так, что делает этот рычаг? Я не знаю, что он делает. Сейчас как прыгну! Получается, нам нужно... Во-первых, дождаться вот эту звездочку для начала, да? Давай, нолик. Пойдем дальше. Весело! Ой, не прыгнул нолик. Эх ты. Прыжок. Давай еще раз попытка. Ой. А зачем ты прыгнул два раза? Маленький еще, глупенький нолик. Ай. Ну теперь ты явно поспешил. Придется ждать. Оп. Получим. А, если так. А, это пар включается. Вот так. То есть мы отключаем пар. Нолик, оп. Блин, быстрее. Ю-ху! Быстрее, друг. Весело! Ай, опять не успел. Да что ж ты весь веселого? Прыжок. Опять подожду немного. Давай, оп. Погнал. Ю-ху! Вот, молодец, наконец-то. У тебя все получилось. И прыгаем к звездочке. Все, вторая есть. А как же быть с третьей? Ой-ой-ой. А я пока не пойму. А, у нас же пружинка есть. Что-то я совсем. Нам нужно вверх прыгнуть вот так вот. Смотри, не упади. И. Вот, все, третья звезда взята. И нолик чинит прибор. Здорово. Это была 13-я миссия, впереди последние две. Хорошая работа! Не будем их откладывать, а быстренько проходим. Вот тебе раз. Вот тебе раз, вот тебе два. Ух ты. Давай, нолик, сразу прыгнешь наверх. К рычагу. Прошлый раз спин. Ага, не так-то все просто. Прыжок! Через нам к рычагу придется очень и очень... Долго добираться, скорее всего, да? Это меняется? Да, меняется. Нолик, прыгай сюда. Давай, успеешь? Оп. Отлично, молодец. Есть. Да прыгай же ты! Ой, молодец, прыгнул. Я чуть на него подумал плохо. Есть. Вот, панель, отлично. Симка. Аккуратнее. Давай, прыгай. И бери вторую звездочку, да? Вот так вот, даже прям подъехала. А, Симка, можешь теперь спрыгивать? Вот так вот, давай, спрыгивай. А, и в принципе, что? Осталось нам только взять третью звездочку. По-моему, эта миссия была немного полегче, чем предыдущая. Во всяком случае, прошел ее намного быстрее. Что-то мне так повезло, а может так оно и есть на самом деле. Все, у нас впереди последняя миссия. Привет, друг! Привет, друг! Ого, тут нас ждет просто вообще... Забыл про нас! Прыжок! Что-то очень сложное. Прыжок! Так, Симка, ты у нас терпеливая, поэтому фены вот эти будешь проходить ты. Нолик захочет их все сразу перепрыгнуть. В итоге ошибется. Жмем рычаг, получается, там вот у нас лед образуется, да? Нолик. Давай, прыгай наверх. Вот, хорошо. Давай. Вот так вот, отлично. Нолик молодец вообще, Симка, ты на него... Ну, возьми звездочку, молодец. Слушайте, какой Нолик молодец в этой миссии. Я на него бочку катил. Так, и теперь нам нужно как-то аккуратненько здесь дождаться, чтобы звездочка поднялась вверх. Ты там взять не спишь? Ее. Нет, Нолик, я за тебя переживаю, чтобы тебя не шпарило. Смотрите, даже пар звездочку задерживает. Прыжок. Вот, и давай, Нолик, раз, и все. Здорово. Взял третью звездочку. И 15-я миссия пройдена. Ты-дыщ. Хорошая работа. А, смотрите, снежной ловкач. А почему вторая награда мне не дана? Я же вторую миссию проходил. Вот, видите, все 15 миссий пройдено на 3 звезды.
И ледяной отрыв тоже весь пройден. Впереди нас ждет еще множество приключений. Вот, 4 раздела. А поэтому, если вам нравится эта игра, то поддерживайте это видео своими лайками и комментариями. Не забывайте делиться с друзьями, а также оставайтесь с нами. И очень скоро увидите продолжение. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч. Пока-пока.